Убили парня по имени Тахир. Потом начался открытый террор. Армяне ездили на УАЗиках по окрестностям Ходжалы и расстреливали людей. Было очень страшно. Вскоре они начали сбивать вертолеты, вывозившие жителей в безопасные места. Помню, был декабрь. Я из этой двери смотрела во двор, видела, как летел вертолет, увозивший людей по направлению к Шуше. Его сбили. Было видно, как люди падают. Как мы потом узнали, тогда погиб 31 человек. Arka tarafını vurdular, vertolyot kırıldı.